Добрый день, с вами я, Александр Демидович. Сегодня 10 августа 2018 года. Сегодня, как обычно, я сделал небольшой круиз. Сегодня я побывал возле комбикормового завода. Как выясняется, это улица Квитки Цисик. Я, честно говоря, не знал, что она была так названа, но то, что есть, то есть. Я почему туда пошел? Я отлично знаю, неоднократно делал прежние года оттуда репортажи о том, в каком состоянии там проезжая часть, то есть дорога. Из-за тротуара уже молчу, хотя и об этом стоит говорить. Проезжая часть там просто откровенно убитая. Да, приходится там проезжать тяжеловесным машинам, все это понятно, это нормальное явление, технологические машины эти должны где-то перемещаться, и здесь они ездят. Но здесь также ездят очень много и обычных легковых автомобилей. Меня удивляет терпеливость наших водителей, которые, покупая бензин, оплачивают налог на ремонт дорог. Почему эти деньги не направляются на ремонт, в том числе и этого участка, я не могу понять. Люди терпеливо едут, и в некоторые ямки, я уже заметил, вот вы увидите в фоторепортаже, тоже уже люди сами начинают каким-то методом засыпать чем-то там строительным отходом, там кирпичами, щебнем, для того, чтобы хоть немножко решить эту проблему. Власть не решает проблему, люди начинают решать ее сами. Всем хорошее настроение, смотрите мой репортаж. Let's go.